Центр реабилитации здоровья нации направлен на лечение и коррекцию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь специалисты работают с пациентами в возрасте от 6 до 90 лет. Для детского возраста в первую очередь это лечение сколиозов, плоскостопия. Для взрослых в первую очередь это заболевание позвоночника, остеохондроз, грыжи дисков, заболевания суставов, такие как коксартроз, гонартроз, ревматоидные заболевания, коррекция и осанки и коррекция женского здоровья. Методика врачевания безмедикаментозная, основана исключительно на движениях. Стимулируя собственные силы, организм подвластен самовосстановлению, уверены специалисты. Чтобы начать курс лечения, пациенту необходимо пройти предварительное собеседование с врачом в центре реабилитации. Затем тестовое занятие, на котором медики проводят диагностику, определяя состояние мышц и связок, подвижность суставов позвоночника, рук и ног. Каждому пациенту подбирается индивидуальная программа, в которую входит три составляющих. Это правильное дыхание, питьевой режим и выполнение зарядки, в том числе и в домашних условиях. Основные же занятия проходят в самом центре при помощи специального тренажера. Основное средство воздействия на опорно-двигательный аппарат человека – это так называемый многофункциональный тренажер Бубновского, на котором можно выполнить порядка 300 различных движений и упражнений на декомпрессию, разгрузку и позвоночника, и суставов. Кроме этого, мы используем криопроцедуры, такие как лед при болях и холодный душ или ванну. Это тоже обязательная составляющая успешного лечения. Ну и обязательно саунотерапия. Раньше севастопольцам, которые уже занимаются в медучреждении, несколько раз в неделю приходилось преодолевать значительное расстояние, ведь ближайший центр был только в Симферополе. Открытию филиала теперь уже в Севастополе пациенты рады, настроены продолжать занятия. Меня больше всего поразило, приятно, что они не смотрят на снимки МРТ, вот с которым я пришла. Мне положили, прощупали все мои кости. Вот, врач уже знает. Ну вот я сверяла по МРТ, а мне человек говорил, вот что он во мне чувствует. Все подтвердилось. Потому что помимо грыжи у меня еще три протрузии. Это начальная стадия грыжи. У меня отнималась нога. Я ковыляла. Безумные боли. Не лежать, не сидеть, ходить тем более нельзя. Ну вот, поехала. Больно было, да, поначалу очень сильно. Обострение было. Ну сейчас, как видите, хожу, прыгаю, сижу. Полегчало намного. Вот. Но у меня курс еще не окончен. Но я уже занимаюсь вот полтора года. Сейчас у меня уже нормализовалось давление. Я ушла вообще с медикаментов. Я очень рада. Я ждала этого центра открытого очень давно. И вот я очень довольна, что он открылся у нас в Севастополе. И я теперь буду посещать этот центр. И буду заниматься здесь до победного конца. Все занятия в Центре реабилитации здоровья нации проходят индивидуально и контролируются профильным врачом. С пациентом постоянно работает инструктор. Наталья Двойцина, Олег Иващенко. Программа «Наше время».